Так, всем привет, с вами канал Артмания, и у меня сегодня уборка в шкафу Димина. Вот у нас тут всегда было, то есть внизу у меня пижама, то есть для спанья, трусы, пижама, вверху то, что можно одеть. И тут тоже внизу у меня штанишки разные, вернее у Димы, и вверху кофточки, которые можно одеть на улицу. Вот, и носки. Здесь то, что на вырост, то, что зимнее, потому что сейчас у нас лето, конец лета уже. Вот, и вот тут у меня, наконец-то, появился стол, на котором можно все разложить. Была большая-большая стирка. Прям вообще целый таз был битком, просто даже на сушилку ничего не поместилось. И сейчас вот я все перекладываю. Здесь вот они, маечки на выход, которые... Кофточки, маечки, все аккуратненько складываю. Вот, была и стирка большая, и также свекровь здесь жила вместе со своим мужем и как присматривала за моим ребенком, ну, за ее внуком. И, соответственно, вот после нее это вот все вот так вот, все верном, носки, трусы, все в одной корзине там, колготки, шапки, кепки, блин, вот это просто вот... Все просто вот было верно вот так вот в одной корзине. Просто ужасно. Я не могу так. Я порыкала, вот какая-то мне корзина нужна, я ее просто вот вынимаю. Допустим, нужна мне кофточка. Среди кофточек я ищу кофточку. Мне так удобнее. Ей удобнее наоборот, когда вот все верно. Вот она и майка тут, и трусы вот тут где-то. И вот она и кепка здесь какая-то. Что это такое вообще? А, тут какая-то, ну да, это маленькая какая-то кепочка, мы даже не носили. И майки тут, и все это не вот как бы вот так вот сложено аккуратненько, а просто это все скомкано. И вот я сейчас и убираюсь, решила вам показать, что у меня здесь творится. Мне очень это не нравится. Вот тут еще штанишки, вот трусы я нашла, да, кстати. Надо будет их сейчас унести, переложить туда. А, ну вот, да, два трусника я нашла. Я их отношу туда. Вот у меня вот здесь трусы, ну, то, что для спанья. Вот, все постирала, аккуратненько сложила. Ну, и тут, да, вот они, штанишки. Как бы вот они, две корзинки, я уже сложила. Сейчас я те сложу. Вот, и потом буду складывать вот эти вот зимние. Тут вот, ну, тут тоже все навалено. Вот, а здесь у Димы лекарства. Лекарства я тоже сейчас начинаю избавляться, потому что некоторые лекарства осталось 3-4 месяца, то есть срок годности. Особенно вот... обезболивающие от боли и жары. У нас их целых 3 пачки разных, оказывается. Одну вот я оставлю, потому что там до мая, что ли, до апреля. А другие 2, они полные, почти не пользовались ими, я избавлюсь. Вот, так как ребенок у нас мало болеет. Да, Дим? Вот. Ну, покажу потом конечный итог. Вот они все и колготки тут, и вот, кофточки на выход, они тоже все верном. Да, Дима? Дим, прячешься? Ну вот, почти уже все закончила. Осталось мало. Здесь у меня вот маечки вот такие вот. Их, правда, мы почти не носим, но их, по всей видимости, он прям много очень. Складываю, и тут натыкаюсь на грязную майку, которая была среди... одежды. И еще такая сижу и думаю, надо сказать им то, что бывает такое, когда, ну, после свекрови, то есть залазишь, да, чистыми трусами, например, да, и натыкаешься на грязные. Поэтому я всегда после ее приезда я практически все перестирываю. Ну, то, что я смотрю, лежит в шкафу, то есть аккуратненько, вот так же вот сложно, значит, это я складывала, я их не стираю тогда. Вот. В этот раз вот была очень-очень большая стирка, у нас еще было немножко грязного белья оставалось, и плюс вот то, что он ходил, я все это полностью перестирывала. И вот все равно нашлась майка. То есть обычно я-то убираю все грязное белье, у нас отдельно Дима мешочек, а свекровь, вот она, видимо, положила это все в чистое белье, и в чистом белье оказалась абсолютно грязная майка. Здесь видно, что она грязная, здесь вот они, подтеки. То есть она воняет очень сильно. Ну, не сильно как бы воняет, как бы это не очень приятно. Я не люблю, когда в чистом белье, то есть все идеально чисто, у меня здесь все постирано, и вдруг здесь оказывается грязное белье, это уже совершенно другой запах. Это неприятно очень.
Вот также вот я тут разбираю носочки зимние. Тут вот где у меня полно носочков. А, вот еще носочки. Некоторые уже молот, я уже откладываю. Шапочку нашли мала. Вот, Дима я, к сожалению, сейчас не покажу, потому что у меня бегает голышом. Сейчас я его приучаю к горшку, он почти уже привык сам садиться. Ему гораздо удобнее будет садиться, ну, как бы без трусов сразу садиться, вот, нежели снимать, он не особо это хочет. И чтобы мне просто не пропустить. Вот, сейчас он уже сам начал садиться, пока мы здесь вот в комнате. У нас горшок стоит, бегает, лазит, ему нравится. Вот, носочки мои тут грязные уже. Шорты, также вот тут еще шорты, штаны сейчас буду перекладывать, полотенца, вот тут вот то, что у меня не достиралось, и вот тут мало, почти их не носили, вот, но я думаю, они уже будут ему малы. Вот. И какая-то нашлась кепочка, я даже ее вообще не помню, вообще что-то не помню, она ему уже маловато. Этим летом мы уже, наверное, точно не оденем, а следующим уже вырастет. Вот здесь у меня шапочки, ну, вся зимняя одежда, кофточки вот его, здесь вот одежда тигра, здесь шапочки, носочки зимние, вот, надеюсь, что тут все чистое, ну, хотя бы более-менее, вот, ну, убираемся дальше, я вам потом покажу конечный итог. Вот, пожалуйста, достаю корзину. Здесь у меня корзина со штанами, вот я вижу, мои зимние штанишки лежат, тут, пожалуйста, колготки откуда-то взялись. Панамочка взялась. Шапка. Шапка, которая изначально должна быть здесь. Она всегда здесь у меня лежала. Не знаю, блин, это дикость просто. Здесь шорты, ну и все, наверное. А, нет, еще не все. Пожалуйста, еще шапка одна. Здесь какая-то еще шапочка. А, ну да, тоненькая. Как они уж тут оказались, мне непонятно. А еще колготки, пожалуйста. Вот, хотя здесь вот написано штаны. Здесь штаны, то есть, ну, она прописана. Она как бы есть. Ну, не особо видно. Но она есть. Тут видно, что тут штаны. Как здесь могут оказаться шапки. Удивительно, что здесь еще нет трусов и кофт. Вот. Ну, тут уже некоторые малы, Дима. Тут шортики вот. Штанишки. Будем сейчас смотреть. Уже почти вон все. Шторы у нас живые. Да? Это у нас шторы живые? Или просто там кто-то играет со шторами, Дима? Так, ну вот и все. Здесь я сложила полотенчики, но их нужно будет, наверное, убрать. Потому что сейчас Диме они особо не нужны, но они пока лежат здесь. Здесь вот у меня шапки. Кстати, гораздо меньше стало. Я много отсюда выложила, приложила. Здесь у нас на выход кофточки. А, здесь даже карточки у нас остались видны. Ну ладно. Здесь штанишки на выход, которые, ну, которые можно выйти. Здесь у нас все для спанья, пижама, маечки, носочки здесь вот. Теперь они у меня тут сбоку, очень удобно доставать. Вот. Ну и там пониже всякие многоразовые у нас такие есть памперсы. Вот, кстати, вручную стирать они не отстирываются, вот у меня, а в стиральной машинке отстирывается, Дима. Вот, ну, тут такое вот, кстати, тут тоже надо перебрать, потому что свекровь бывает и тут. Ай, это вот подтяжки у нас. Кстати, покупала за 100 рублей в магазине, были 150, решила не брать. Пришла через пару дней, думаю, надо брать, а они уже по 100 рублей. Вот, туда отнесу пока, поставлю. И здесь... Что у нас? Тут тоже что-то какое-то. Тут мешок лежит с этими... Как их, господи, называют-то? Простынками многоразовыми. Многоразовыми, многоразовыми. Вот, то есть так вот. А тут, кстати, вот Димин... Поддевать его, этот комбинезончик. Заяц я его называю. Заяц, правда, там. Все, все, все. Не трогай, пойдем. Не трогай, сейчас я тебя прищемлю. Закрывай тогда сам. Вот. Ну, здесь стало уже гораздо почище. Вот, здесь у меня лежит грязное белье. Я Диму сразу приучаю класть грязное белье в мешочек, чтобы в дальнейшем, в будущем, не было у нас раскиданной одежды или раскиданные
носки по всей квартире, как это мужчины любят. Вот я приучаю сразу. Дим, давай сразу положим. Дим, ты же помнишь, где это все лежит. Тут у нас остался носок одинокий. Он уже давно, кстати, с января месяца одинокий. Что-то я так и не нашла вторую пару. Не знаю, сейчас уберу. Тут у меня влажные салфеточки. Здесь памперсы. Я здесь Диму пеленую. Мне очень удобно на этом столике его пеленовать. Менять памперс, там массаж делаем мы, там все такое. Так, тут у меня осталось грязное, это выйдет отдельный ролик. Это вот от помидорки на белом фоне. Ну, вот оно так осталось. Вот это вот я забыла в прошлый раз, не постирала. Оно тоже грязное. Здесь всякие пятнышки на полотенцах. Вот, не знаю, как свекровь так вытирает руки. Непонятно. Вот, и тут у нас уличная одежда. Сейчас я ее тоже уберу. Это сейчас тоже все нужно будет убрать, чтобы у меня было все чисто, аккуратно. Дима на горшок садится. Вот, да, здесь будет отдельный ролик, как я буду стирать. Это вот не одна тряпка, то есть, ну, одежда. Еще есть несколько тряпочек, которые я собрала. Буду стираться там три разных вида порошка и гель. Гель, то есть ваниш. У меня уже один ролик был такой. Я решила повторить снова, уже с более такими въевшимися пятнами. Пятнами старыми. Есть старые пятна. Я собрала вот. Там три вида порошка. Именно которые... Дим, сейчас шлепнешься. Которые вот именно вот пятновыводители. Там, ну, короче, все такое вот. Вот, но это будет отдельный. Пока я это все сейчас собираю, думаю... Надеюсь, может быть, в скором времени где-нибудь там рядышком выйдет. Тут вот я засушиваю листочки. Здесь черная смородина, здесь листочки малины. Вот, засушиваю. А здесь я замораживаю. Здесь уже сложила, воздух уже высосала. Здесь чай, у меня зеленый чай. Здесь смородина, листочки, также мята и мелисса. Сейчас я его тоже буду высасывать в воздух, и будет он точно такой же. Это вот на зиму я делаю компотики на него. На их, кстати, рецепт выложен в этом в ютубе. Напиток. Как его, господи. Облепиховый. Там облепиха замороженная. И вот как раз в такие вот листочки очень вкусно получается. Еще пробовала добавлять сушеные яблоки. Уже вот высушила. Еще вот их сушу. Это вот первая партия. Сейчас я вот это заморожу. Это поставлю куда-нибудь. И буду еще яблоки сейчас сушить. Сушить, сушить. Тут еще мята осталась. Ее тоже посушу.